Алексей Петрович. Родился 25 февраля 1907 года в деревне Сизенки Орловской области. Призван на фронт Орловским городским военкоматом в 1942 году. Служил командиром 23-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона 47-й армии 1-го Украинского фронта. Обеспечивал бесперебойную переправу войск на правый берег Днепра более чем 30 тысячам советских воинов. За выдающиеся заслуги по переправе войск через Днепр майор Тихонов удостоен звания Героя Советского Союза. 3 июня 1944 года майор Тихонов удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды.